друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Так, друзья, всем привет! Мы сегодня в магазине «Эталон Живё» с Александром. Забежал я, услышал. Салют! Да, здесь новиночки появились. Вот, решили под кофеек вам про них рассказать. Вкратце. Да. С чего начнем? Начнем с новинок от компании Falke Arms, итальянская фирма, которые представлены у нас ружьями двуствольными вертикальными в 20-м калибре. Вот такие вот замечательные ружья. Вот такие у нас замечательные ружики пришли. В двух вариантах исполнения ложи, то есть в орехе. И дерево покрытое полимером Soft Touch. Внутри там дерево получается, да? Да, там деревянная ложа из недорогого ореха, покрытая Soft Touch. Они, а может быть и бук даже. Они делают гладкие только в 20-м калибре, получается, да? Не крупнее 20-го калибра компания производит свои ружья. В основном специализируется на ружьях меньше даже калибров. Самый, наверное, распространенный у них это калибр 450. Вот. Предохранитель тут такой мощный, чтобы не промахнуться. Ну, на мой вкус слегка крупноват. Ну, может быть, это и не страшно. Интересная особенность данных ружей, они неразборные. Да, это фишка. Фишка, да. Ружье новое еще плотновато переламывается. То есть дальше с ружьем вы уже ничего не сделаете. Разложили, почистили и собрали. Вот. Ну да, транспортируется в собранном, получается, виде. В собранном виде, да. Ну, первый раз столкнулся тоже с такой конструкцией. Может, в этом есть какое-то определенное удобство, не знаю, я привык к классике, конечно. Данное ружье имеет фиксированные дульные сужения. По моим примерам, это цилиндр и получок. Надо померить еще раз. А так заявлено? Никаких данных. Нет? Вот что удивительно, никаких данных нет. И получается, у них два спуска, да? Два спусковых крючка, да. И, соответственно, экстрактор. Запирание оружия производится на нижнюю планку, ну классика, как и на наших рюкзаках. Ну, собственно, оружие имеет 7-6 патронник, вентилируемая межствольная планочка. Больше про них сказать вам и нечего, наверное. Они просты, как 3 копейки. Ну да. Вот эта простота, она и подкупает. Ну да, есть три варианта длины ствола. Это 660-й ствол, 560-й ствол и 610-й ствол. То есть вот так. Ну такое ружьишко, оно не тяжелое совершенно, чистый вес. Единственное, вот, по мне, это лучше тут, конечно, один спуск. Вот. И калибр 20-й. Ну, тут знаешь, как тут можно поспорить, на самом деле, сколько людей, столько мнений. Я тоже, наверное, все-таки сторонник одного, ну, просто потому, что это удобно для меня. Вот. Но у меня, в том числе, в моем личном гардеробе есть ружья с двумя спусковыми крючками. Два спусковых крючка уместны с той точки зрения, что если даже у тебя с одной частью спускового механизма случится какая-то беда, ты не останешься без выстрела. Хоть один ствол, но у тебя будет функционировать. Вот в этом смысле, конечно, два спусковых крючка весьма уместны. А разбирается оно, получается, ну, чистить? Просто переламываешь и чистишь. Ну, есть же дотошные люди, которые там начинают все. Ну, а что мешает? Современное оборудование позволяет это делать. В продаже существует множество предметов, удобных для чистки в труднодоступных местах, всевозможные щеточки угловые и так далее. Если уж очень хочется, все
взял там ватные палочки, угловые щеточки, почистил свое ружье. Не вижу никаких препятствий. Да, очень интересные модельки, очень легкие, вкладываются очень шикарно. А самое интересное, сколько они стоят? 109 500 рублей стоимость этих ружей. А вот вариант самых коротких стволов, 560. Это вообще коротыш. Можно его взять с собой на рыбалку. Рыбалку? А как я рыбалку, то имею в кармане путевку на удочку. Можно и порыбачить. Давай я его взвешу. Заодно мы узнаем его вес. Килограмма 885 грамм. Ну, он такой легкий вот так. Оно так интересно сбалансировано, что этот вес, в принципе, не воспринимается. Это для лягушатников, мне кажется, вообще интересно, да. Особенно для охоты в каких-то камышах, там, представляешь, на юге страны, там, или в Астраханской губернии, из камышей выдавливает фазана. Или из каких-то кустарников, да даже того же мальчика по полосине в завалах поохотить. По лесу. Очень, очень удобно, да, разворотисто, хлестко, пробивать будет ветки. Так что, друзья, кому будет интересно, вы всегда можете прийти, посмотреть. Посмотреть, познакомиться, да, поближе с нами, с нашим ассортиментом. С новиночкой, с такой интересной. И приобрести то, что вам будет интересно, что вам понравится. Тут есть еще много других интересных. Да, и у нас сейчас в магазине, кстати, на некоторые позиции действуют очень привлекательные скидки. Так что приходите, есть чем порадовать. Да. Все, всем удачи, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Саша, комментарии читает, ответит. Иногда. Да. Иногда отвечаю. Всем пока. До свидания.